Добрый день! Мы рады вас приветствовать в нашей школе CNC Профиль. Меня зовут Валерий Стасюк, и я хочу пригласить вас на наш очередной вебинар, который состоится 20 января 2015 года по теме «Приклады». На данных занятиях я рассматриваю, как моделируется приклад в векторном изображении. Я рассказываю, как этот приклад переносится в программу ArtCAM, как вытягиваются векторные изображения в 3D-рельефы, в сложные 3D-рельефы, как создается управляющая программа, как подбирается фреза и как поворачивается моделька на вашей столешнице. И еще я для вас приготовил один очень немаловажный секрет. Это инкрустация приклада. То есть я разработал свою технологию по инкрустации приклада, то есть по накладыванию на них каких-то узоров. И этот секрет я готов преподнести вам. Добро пожаловать на наш вебинар, который состоится 20 января 2015 года в 19 часов по киевскому времени. Ждем вас. С уважением к вам, Валерий Стасюк, преподаватель школы CNC Профи. Добро пожаловать!